Акцию «Серебряная елка» для представителей активного долголетия и общественной организации «Дети войны» организовали депутаты окружного совета от «Единой России». Гостям праздника показали фильм о жизни и творчестве Иосифа Кобзона, осмотрели две экспозиции, посвященные народному артисту СССР и военным событиям в Донбассе. Далее гостей ждало чаепитие, концерт и прогулка к храму Успения Божьей Матери в селе Успенское.